Дай слова. Ну. Дай слова. Сейчас. В мире этом. Вот смотри, вот я тебе округляю. Вот проблема у многих. В мире этом. Отделяю. А ты отделяешь, ты делаешь этом твердую атаку. Этом. Да, она твердая в мире этом. То есть идет на легато, и она не отделяется. Цельная идет в мире этом. Да-да-да-да-да. И строчка-то очень сложная по интонации. Угу. И ты выбиваешься вот здесь. И получается потом сложнее даже спеть, когда ты снимаешь здесь звук в мире этом. Ты даешь ее твердую атаку, и она совсем... Угу. Вот мы сейчас найдем это место. Но криминальный твой низ. Вообще низ. Он криминальный. То есть, понимаешь, диапазон у песни большой, ты с верхом справишься. Еще сейчас просто что не распетое, как бы обопрись еще сильнее, подтащишь еще разочек. Вот все, протащила, а было в мире этом. Это тебе подпели. Поработаешь просто, обопрешь сильнее. Распоешься, не снижать тональность. Нет, нет. На плюс 2 делаем. Теперь еще один момент. Вот в конце, когда идет повтор «Мама, мама, ты моя», помнишь, мы с тобой, когда с тобой работали над песней про войну? Это просто война. Это просто война, когда мы убирали с тобой. Лишний. Мама, мама, ты моя. Я тебе предлагаю, мама, мама, вот это. Вот я хотела передать, потому что так не немножко суетливо. Mm-hmm. Ладно, еще как ты. Я бы, может быть, даже бы и в начале тоже как-то убрала. Я бы с удовольствием. Ну так и распой так. Мама, мама, ты моя. И все. Мама, 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 мама. Как-то вот немножечко суетливо. Вот попробуй сейчас еще разочек. Давай. Или дальше пойдем? Пойдем дальше. Давай, пойдем на второй момент. Поняла, да, это место? Слова заберешь, все, ты вспомнишь, о чем мы говорили. Чуть-чуть прибавлю сейчас одна.
детишки же все это, мама, ты дома еще посмотришь. Конечно, когда долго поешь. Может быть, понимаешь, может быть, даже там, где экспрессия, оно и... Ну, не знаю, это тут надо работать. Это работать. То, что я прибрала звук, это, понимаешь, это всегда, это стандартно совершенно. Тебе и Алия будет писать. Угу. Она приберет тебя на этом речитативчике. То есть, должен быть обязательно голос, и потом она выведет тебя. То есть так что ты не пугайся. Просто обычно, когда пишутся, наушники одевают. Да. Поэтому ты будешь очень хорошо слышать фонограммку, никаких проблем у тебя не будет. За вторым разом так и спела в мире это. Я уже такая раз, и потом теперь. Это привычка, Аленка, ничего страшного. Все, тональность выверили. Все равно сейчас не отстану, чтобы ты попробовала и все спела. Мама, ты моя. То есть ты просто распеваешь другую. Мама, ты моя. Ой. Да, ну мне, конечно, высоковато. А что это? Да не такая уж она, в принципе, высокая. Давай посмотрим, что это вообще у нас. Да нет, это не высокая нота. Аленка, это не высокая. Ре, наверное. Сейчас. Вообще до. Слышишь, как звучит? Высокочастотно. У меня вообще до всегда как так. Ну так вот она звучит так вот, частота высокая, потому что... в твердый резонатор попадает все, очень хорошо резонирует. Мягкие-то, они же все эти гаснут обертоны. А здесь очень хорошо. Ну вот видишь, как звучит, я думала, это до. Так что не отстану, милая моя. Даже все ты можешь, да? Да. Просто спой сейчас прям. Просто мама, ты моя. Просто не спой, а поговори это. Так, это какое было место, чтобы сейчас не напрягаться? Из какого мы выходили? Так. На кульминацию вот здесь. Вот тут, да? Мы начинаем второй раз, когда поем. Да, второй куплет мы поем. Ну, это всего лишь до, мы же выяснили. То есть, всего лишь до? Всего лишь до. То есть не надо бояться. Чисто, сейчас микстанула. Сейчас добавила к грудине и головного резонатора. Сейчас у меня вообще одна была голова. Отними молитвами. Мне так трудно до сегодня спеть. Духота? Да не знаю, духота, не духота. Что-то как-то мне трудно. Ну, в принципе, я ее никогда не пела, но я иногда фа беру второй октав. Беру грудным резонатором. Сейчас же было чисто. Вот видишь, раз на раз не приходится. Всякое. Вот еще разочек. Тащи ее наверх, вставай на нее. Мама, ты моя. Прямо мама.
до конца, все до конца. Спела там все эти нотки, все сейчас там чуть там где-то что-то, я говорю, что просто набегу на нераспетое, а потом встанет все, умничка. Что сюда сейчас встанет? Умничка, молодец, до конца образ держишь. Знаешь, вот я от тебя тут в полуметре, от тебя прямо жгу глазами, хоть бы что. Ну у тебя всегда эта способность была, понимаешь, это бесполезно было тебя выбить из образа было невозможно. Там хоть кто крякнет, брякнет, пукнет, звякнет, то есть тебе было всегда все равно. Что касается вот этого вот распева там, его прекрасно и так ты поешь, можно ничего этого не делать. Только, понимаешь, вот эти вещи, они придают немножечко больше еще драматизма. Я поработаю дома. Ты попробуешь дома. Ты всегда вернешься к своему варианту, то есть... Но оно, вот эта драматургия песни, вот по форме, да, вот у тебя все сейчас по форме, то, что сейчас обсуждали, с конкурса приехали, у многих не выдерживают формы произведения, не выдерживают, понимаешь, все идет открыжено. Да, знаешь, получается, как этот, как вы помнишь в этом самом служебном романе, стул ТВ, номер такой-такой-то, все открыжили. Слово неприличное написано, открыжили. Вот ты понимаешь, все как будто какая-то милитаризация на сцене. Это спели. Здесь движение сделали, все, я сделала движение. Стоит, ждет следующий, пока начнет там это петь. Подготавливается. Да, это какой-то ужас просто. Я ничего не понимаю. А у тебя в этом отношении ты всегда была, ты молодец, ты умничка. Сейчас то, что там на пианиссимо, ты тоже у нас так никто не пел. Твое пианиссимо, это вообще, понимаешь, это самое сложное петь на пиано. А у тебя еще и пианиссимо. В микрофончик все будет слышно. Хорошо. Алия все это там приподнимет, все она сделает, там все тебе запишет, все как надо. Значит, все, утверждает эту тональность. И даже все, не... ей тогда ее снимут. Плюс два, да? Плюс два ты сделаешь, да. Плюс два у тебя. Ну все, вы хорошие. Пока. Спасибо. Пойдем с тобой сейчас чай попьем. Давай, если время есть у тебя, у меня немного есть времени. Там далеко, далеко, в тихом городе, посреди земли одна, в темной комнате, о спасении моем Богу молится полуночная.
Сонечка, вот этот дубль брать. Он лучшим он был. Лучше, ага. Он был лучшим, и он цельный, все, молодечек. Спасибо. Аленушка, молодечек, умничка. Все хорошо. Ну ты сейчас можешь же там уже сразу, то есть там подтяжки, там может быть, ну я не знаю, там в паре месяцев, всем чуть-чуть. В основном все это спето, молодец. И низ у тебя какой был сейчас, ты его цепляла, несмотря на то, что по диапазону тебе очень он сложен, очень, но цепляла. Спасибо. Все, умничка.